Коллеги, всем привет! В этом видео я хотел бы рассказать немножко о способах реализации, валидации объекта. Как говорится, программировать легко, если знаешь миллион тонкостей. Но, в общем-то, я бы хотел вам предложить один из способов реализации, как раз вот это вот валидация объектов, простите за каламбур. Ну, собственно говоря, о чем пойдет речь? Что такое валидация? Ну, как вы помните, в одном из своих видео я где-то уже говорил, да, наверняка это знаете, что существует несколько видов. Первое – это вот клиентская валидация, ну, или валидация вида пользователя. Также, то есть, она бывает тоже двух видов, когда валидация ввода происходит на клиентской стороне, непосредственно через JS, JavaScript, то есть на сервер ничего не отправляется, да. Также валидация клиентская бывает и на серверной стороне, когда, например, Web API контроллер начинает валидировать форму перед тем, начинает валидировать ViewModel, который отправляется в какой-то метод. То есть пока валидация не отработает, никаких там ViewModel в никакие контроллеры не провалятся. Ну, такое специфичная вот клиентская валидация, то есть она проходит до того, как метод контроллера получит какой-то там объект. Также существует серверная валидация, которая говорит о том, что в базе данных есть какие-то констрейны, то есть нельзя сохранить свойства какой-то идентификатор, например, foreign key, если он не существует в базе. Ну и, собственно говоря, валидация бизнес-логики. Это третий вид валидации, который говорит о том, что наличие бизнес-правил, которые существуют в системе, должны выполняться. Например, я постоянно привожу этот пример, и, наверное, вы помните, что если, допустим, у вас на складе 32, там, я не знаю, товара какого-то, а вы пытаетесь заказать через на форму там на сайте 139, то, естественно, валидация бизнес-логики скажет, что нет столько товара на складе. Ну, хотя это, наверное, не очень хороший пример, потому что вам обязательно скажут, да, что именно есть, а потом перекупят в другом месте. Ну, это так, типа шутка. В общем, что дальше? Я хочу показать на очень простом примере, и, собственно говоря, простота примера, она как раз позволит определить, насколько мощно и сильно можно реализовать данную функцию. Ну, если сказать честно, наперед, да, то я специально взял простой пример, чтобы не вдаваться вот в мелочи, да. Значит так, предположим, что у нас есть какой-то класс, который называется Person, да, у него есть там три свойства: first name, last name, second name, ну и, собственно говоря, там age, ну, возраст, да. Я опять же прошу для простоты эксперимента вот не вдаваться в мелкие подробности, то есть вот есть у нас такой класс, неважно чего там, какие там, может быть, надуманные свойства, надуманные проверки будут, поэтому давайте вот дальше. Смотрите, у меня есть как бы вот первый способ валидации. Когда нам, давайте я даже включу вот такую штуку, которая называется лазерная указка. У нас есть Person Create View Model, который, собственно говоря, повторяет свойства Person View Model. Ну и в нем понятно, что есть тоже First Name, Second Name, там Last Name, неважно. То есть такие же свойства, как и в Person. Ну и зачастую, ну то есть мне часто приходится видеть код, который работает по именно такому принципу. То есть когда ViewModel провалился в какой-то контроллер, и начинается проверка. То есть перед тем, как сохранить вот этот вот замапленный ViewModel, так, на секундочку остановимся, да, ну то есть я специально пытаюсь использовать правильную терминологию, да, и варианты. То есть по моим правилам, ну и, собственно говоря, не только по моим правилам, сущность никогда не выдается на UI, и то есть все, что приходит с UI, ну, то есть с графического интерфейса, так сказать, это не конкретная сущность, а ее проекция в какой-то ViewModel. ViewModel для создания, то есть Create ViewModel, ViewModel для редактирования, Person, допустим, Edit ViewModel, ну и, собственно говоря, наружу выдается Person ViewModel, который как бы и реализует собой представление сущности Person. Не буду говорить, что это связано там с безопасностью, еще с разными возможными вариантами, суть не в этом. Суть в том, что у нас приходит ViewModel, который мы через маппер проецируем в сущность Person. Сейчас даже вот покажу, где это. Вот, вот здесь вот происходит. Вот.
Вот так вот. Ну, а дальше, собственно говоря, у нас есть сущность person, который где-то вот в этом вот месте мы должны сохранить, но перед этим нужно проверить, что свойство first name задано, second name задано. Ну, в общем-то, понятно, да, что пользователь там моложе, в смысле, не моложе 21 года. И, собственно, вы видите, что у нас идет набор проверок. Вот одна проверка для конкретной, для третьей, для четвертой, для пятой. То есть здесь мы проверяем одно свойство, другое, третье, и в конце мы проверяем возраст. Что в этом плохого или, собственно говоря, почему это не есть хорошо? Смотрите, давайте предположим, что у вас есть несколько методов, которые могут сохранить сущность по вот этому ViewModel. Или есть несколько микросервисов, если мы говорим про микросервисную архитектуру. Или есть еще какие-то варианты, когда у вас вот эти правила, так называемые правила проверки, то есть перед тем, как сохранить базу, вот эти правила должны быть проверены, приводится к тому, что они могут варьироваться. Ну, существуют иногда такие реализации, когда действительно это важно. Ну, например, если вы системный администратор, то, или там, допустим, администратор системы, то валидировать там одни свойства не имеет смысла. Или, допустим, вы в дебаге не хотите проверять все свойства, а только выбранные, а на продакшене все свойства проверяются обязательно. В общем-то, чтобы не реализовывать все свойства, облегчить себе задачу. Ну, в общем, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Так вот, что, собственно говоря, я хочу вот в этом варианте показать. Я хочу вас привести к тому, что все вот это вот можно... Оу, у меня картинки остались. Ластик. Ох, они еще стираются. Обалдеть, надо изучать программу. В общем, я вас хочу привести вот к этому вот варианту, когда у нас все тот же самый ViewModel, когда у нас все тот же самый map происходит. Но есть вот такая вот штука на самом деле, которая позволяет централизованно валидировать вот этот вот объект. Забегая вперед, могу сказать, что вот этот вот rule validator validate person может валидировать. В смысле, существует возможность сделать вот эту вот валидацию объекта не только person, или там person create view model, и любого другого объекта. На самом деле не важно, какой объект вы будете валидировать. Ну, давайте обо всем по порядку. Я переключаюсь в Visual Studio и начнем. Итак, коллеги, у меня есть Person Controller, в котором, собственно говоря, тот самый метод, который вы видели. У меня теперь нет лишних namespace'ов. Ну, в общем-то, что, с чего нужно начать, да? Давайте для начала всю эту дрянь удалим. Сделаем return какой-нибудь. Так, нам нужен Operation View Model. У меня есть шоткат, который так Person View Model. Вот, ну этот вот Operation я и верну, чтобы у меня не было ошибок. И, в общем-то, можно начать. Итак, что нам первое нужно? Во-первых, нам нужен какой-то результат. Какой-то результат какой-то операции. Так, нам нужен какой-то validation view model. Вернее, нет. Давайте тогда для начала сделаем все по-человечески. Создадим папку какой-нибудь validation. Или даже нет. Rule less validation. Вот так вот. Теперь в этой папке. Ну, кстати, вот она. Я теперь в этой папке могу создать iRulesValidator. Validator. Это у меня будет интерфейс, у которого будет возвращаться validator интерфейс. Мне нужно какой-то результат. Пусть это будет какой-нибудь iValidation result. Ох, нет, не так. Вот. iValidation result. И пусть это будет метод validate
И пусть к нему приходит. Наверное, для начала его нужно сделать каким-нибудь. Ну, для начала пусть это будет person. Вот так вот. Person. Угу. И здесь и numeral, блин. IValidation rule. Сейчас все объясню. Rules. В общем, что я хочу сделать? Так, ну для начала я хочу исправить ошибки. Person validation, iValidation rule. Отлично. Итак, по порядку. iValidation result – это информация о том, как были ли какие-то, то есть, допустим, у меня есть для начала вот iValidation rule. Так, давайте создадим интерфейс. Этот validation rule призван проверять сущность person. Нужно вот так вот добавить. Мы здесь назовем person его. Дальше. Этот validation result. Ага, это свойство должно... Так, это у нас свойство. Я вот пытаюсь разорваться между дженериком реализации и между, допустим, стандартной реализацией. Давайте я пока уберу все дженерики, чтобы было гораздо проще понимать, о чем речь идет. И тогда, когда уже будет готова реализация, мы тогда создадим непосредственно уже и с дженериками. Но это уже, наверное, в следующий раз будет. Итак, вот у нас есть у нас валидатор, то есть какая-то абстрактная штука, которая может валидировать какие-то сущности. В частности, она может проверять правила, и этих правил может быть много. Таким образом, получается, что не важно, что эта штука будет проверять, ну, в принципе, можно сделать ее пока как-то именной, да, там iRules, validator person, или там iPersonRules, validator. Но мы будем иметь в виду, что у нас валидируется person, а на самом деле мы пока просто не будем использовать дженерики. В общем, вот такие вот у нас есть интерфейсы. Я специально начал с абстракции. Result. Сейчас я еще раз напишу. Result of the validation. То есть результат валидации может быть один. Допустим, у нас стоит необходимость, чтобы первое сработанное правило останавливало все последующие обработки и выдавало сообщение. То есть то самое правило. Этот validation result как раз и будет это имплементировать. Так, это у нас rule. И, в общем-то, давайте я сделаю такую хитрую штуку. Вот таким вот образом у меня есть ReSharper, мне повезло. И я говорю, что раскидать все по папкам. По файлам. Итак, теперь нам нужно сделать что? Нам нужно придумать validation rule. Для начала необходимо сделать какой-то класс. И я так думаю, что этот класс может быть основным базовым каким-то. Так, и что у нас должно быть у правил валидации? У правил валидации должен быть обязательно индекс. То есть то, в каком порядке он непосредственно должен проверяться, в какой очередности. Так, что обязательно должно быть? Обязательно должно быть какой-то name. Ну, то есть наименование, да? Может быть, даже несколько неймов. Я имею в виду, что есть какое-то специфическое название для внутренних, там есть display name, то есть то, что будет видеть пользователь. Ну, вот пока вот так вот, да? Это у нас validation, надо по порядку. Ну, и, собственно говоря, наверное, нужно сделать еще как раз такую штуку, которая называется... нам нужно какое-то дерево запросов, да, я сделаю так вот, prop, я сделаю bool, да, я сделаю такое свойство, которое будет валидировать, то есть попадает из, допустим, там, ну или пусть будет has triggered, ну то есть говорить о том, что свойство стрельнуло, сработало и все такое.
Также помимо этого мне потребуется какая-то критерия, то есть отбор какой-то, какая-то выборка, да, чтобы я мог ее создавать. И это я буду делать посредством к вот такой штуки, которая будет в моем случае проверять Pearson, ну и пока возвращать bool. Ой, опять не получилось написать bool. Я назову эту штуку get cre, правильно писать, criteria, да? Ну и я хочу ее сделать не свойством, а вот такой вот штукой. Get criteria, наверное, вот так. Да. Давайте сделаем вот что. У меня есть правило валидации, я его назову base. Я сделаю его абстрактным, чтобы от него можно было унаследоваться. Я сделаю вот это свойство тоже обязательно абстрактным. Я даже поставлю его таким образом, чтобы пользователь мог его, ну то есть разработчик, да, мог его создать и не смог переопределить. Name я тоже сделаю абстрактным. Display name, ну, бог с ним, пусть уже будет абстрактным. Хотя, да ладно, пусть будет абстрактным. Дальше, следующее, что мне нужно сделать, has triggered. Я пока это уберу, потому что мне это, я пока не знаю, зачем это. А вот критерии, которые я буду получать, я тоже сделаю абстрактным, и, соответственно, у абстрактных классов не может быть реализации. Так, дальше. Теперь у меня самое главное, что должно быть в этом свойстве. У меня должна быть какая-то штука, которая должна возвращать iValidation result, иметь название validate. Да, validate. И, соответственно, она должна сюда получать сам person. Ну, то есть сущность person. Вот, то есть у меня набор правил выполняются в определенной последовательности. А, у меня нет реализации, сейчас сделаем. Вот, у меня набор правил, которые выполняются в определенной последовательности благодаря индексу, который имеет название, description, для выполнения которых требуются критерии, и они выполняют метод validate. Теперь этот метод validate нужно написать. Ну, тут, наверное, все просто. If person равен null, ну, тогда давайте выкинем ошибку. Как она пишется? Throw new argument null exception. Ну, пусть будет так. Пока. Дальше. Если у меня не null, тогда мы говорим, что var критерии равен get критерий, и в этот критерий мы, соответственно, мы получим критерий, да, который будет выбирать нашу сущность. И теперь этот критерий, ну то есть теоретически мы его скомпилировали, да, и критерий мы теперь должны его инвокнуть, ну в смысле вызвать, ой, что-то я много скопок, и при этом опустив сюда с person. Таким образом, если у нас критерий сработал, мы должны, то есть если сущность, которую мы проверяем, в частности person, попала под этот критерий, мы должны что-то вернуть. Ага, у нас вернуться может iValidation result. Итак, смотрите, у нас validation result может вернуться, то есть когда правило сработало, или вот здесь вот, когда правило не сработало. Что-то типа empty какой-нибудь validation result, какой-то вот такой вот, да, и еще у нас какой-нибудь там, ну, first validation result. В общем-то, что я хочу сказать, если у нас проверяется первое правило на вхождение, то есть, допустим, наш этот валидатор работает по принципу, попадает в первое правило, и дальше остановка дальнейших обработок, тогда я его назвал first validation result. А если никакой не обработался, правило не попало, то empty validation result. Собственно говоря, дальше в этом ретурне я буду возвращать уже, когда вот валидатор буду обрабатывать. Ну, я думаю, все поймете. Так, для этого нам нужно создать вот этот вот самый, ой, вот, validation result. Нам от него нужно создать... Допустим, empty validation result. Конечно же, он должен быть
Сейчас, секундочку. Он должен быть public. Вот. И first validation result. Ну, собственно говоря, он примерно такой же должен быть. Будет называться first validation result. Ну, естественно, тоже public. Я могу сделать вот таким вот образом. Слава богу, у меня есть опять же ReSharper. Вот, у меня есть validation result. У меня теперь есть. Вот. Ну, мало вот это вот иметь validation result. Мне еще нужно в этом validation result иметь, допустим, вот эти вот значения. Сейчас я покажу, как это делается. То есть вот iValidation result у нас есть. Я в него добавлю два свойства, конечно же, не абстрактных. Я просто скажу, чтобы они вот так вот были. То есть у меня validation result должен говорить, какое правило сработало и его название. Да? Потом, что мне еще validation result можно? Ну, пока хватит, да? Давайте. Так, пока это можно закрыть. Вот, валидатор тоже закроем. Вот, validation result закроем. Тоже сохраним. Так, у меня вот 5 ошибок. И, соответственно, сейчас найдем first validation result. Да, конечно же, здесь нужно имплементировать те свойства, которые я сделал. Здесь у нас получается вот таким вот образом. Они имеют get only. Тогда мы в конструктор должны передать I validation rule, то есть что непосредственно за правило сработало. И, допустим, person, это которая вот, ну пусть будет entity person, которую мы, собственно говоря, и проверим. Я думаю, это будет удобно и понятно. И теперь, соответственно, мы должны name установить у нас нету этого свойства, да? Давайте тогда сделаем iValidation rule, да, у нас не содержит вот этих вот строк. Помимо validation у нас еще должна быть вот такая штука, которая будет прокидывать туда информацию о правиле. То есть мы сюда вернем name, а соответственно display name у нас равен rule display. А, правильно, display name. Вот. Ну и, наверное, нужно сделать. Сейчас вот так вот сделаем. Нужно сделать чек на null обязательно. Потому что. Да, потому что. И раз у нас сюда приходит сущность, мы теоретически можем сделать вот так вот, да? Person. Ну, то есть не так, конечно. Давайте сделаем еще одно свойство. Property, которая будет person. Ну, пусть так и называется. Person. Но, естественно, она тоже не будет иметь setter, потому что нам нужно. А, еще нужно entity проверить. На null. И здесь мы, соответственно, напишем person равен entity. Непонятно, почему я person назвал entity. Ну, ладно. У меня все-таки где-то в голове на подсознательном уровне идет проверка на дженерики. Ну, пусть будет так. Таким образом, получается, что у нас получается? У нас почти все получается. Да? Сейчас вот это вынесу в отдельный файл. Вот, есть validation result base. Сейчас покажу, как это работает. Так, это пока закроем. Дальше. У нас есть валидатор. Итак, смотрим, есть. Нет, вот он валидатор. У него есть валидатор. А, у нас валидатора еще нету, да? Давайте создадим класс. Пусть он так и называется, валидатор. Ну, конечно же, он должен быть public. Вот. И здесь нужно имплементировать, ну, то есть реализовать вот эту самую обработку этих правил. Ну, в общем-то, все на самом деле просто. Мы должны. Так, у нас есть валидатор, у него есть правила. Вот они, правила приходят. И мы можем это сделать следующим образом. Правило можно передавать в метод validate, а можно на самом деле еще передавать его в конструктор. Ну, так, стоп. Мы должны сюда передавать не правило, я это вырежу. Мы сюда должны передавать объект для валидации. Я неправильно написал. То есть мы говорим validate и говорим что. И, соответственно, вот в этой штуке мы тоже должны убрать вот эту штуку. А, собственно говоря, здесь это должен быть person.
Вот. Таким образом, получается, нам, чтобы валидировать вот этого персона, нам нужно взять где-то правило валидации. Это делается очень просто. Мы их будем инжектить через конструктор. Вот они, эти правила. Я даже могу из них сделать, ну, наверное, что, instead, так, read only, автосвойство. Вот. То есть у меня в каждом rule валидаторе, то есть в моем rule, еще можно будет смотреть список рулов, которые, то есть правила, которые будут обрабатываться. И теперь, соответственно, что мы делаем? Var rules, пусть будут, давайте их отсортируем, в какой порядке делать. Так, я неправильно написал. Order by у нас тут есть. Да, есть у нас order by. Так, так, так. А вот и нету. Теоретически order индекс должен быть. Я его, видимо, не сделал в интерфейсе. Сейчас проверим. Итак, смотрим. Validation rule. Да, нету, действительно. Можно посмотреть, кто от него наследник. От него наследник, да, действительно. Вот этого нету. Это нужно добавить. Итак, у нас теперь появилось. Да, сохраняем. То есть теперь где валидатор? Вот, у нас появилась возможность сортировать правила. Теперь мы делаем следующим образом. For each, да, то есть для каждого правила, мы покороче напишем, нам нужно сделать что? У нас у каждого правила есть метод validate. Вот он. В это правило мы передаем текущий person. Отлично. Это правило у нас возвращает что-то должно. Var validation result. Мы вот так вот сделаем. Опс. Validate rule. Что здесь получается? У нас есть куча правил, у каждого из которых есть validate. Ой, что-то тут я много чего написал и совершенно даже не подумал. У нас есть правило, и для каждого правила называем метод validate, который, соответственно, вернет что? IValidation result. В нашем случае IValidation result получается, так, сейчас найдем его, что-то IValidation result, ага, где он? IValidation result, то ли, вот почему она их не находит, потому что он не до конца реализован. Да, мы хотим это тоже реализовать. Здесь, собственно говоря, мы можем сразу написать, что у нас name empty, значит, no, как это называется, rules triggered, ну, то есть ни одно правило не сработано. И по-русски, ну, давайте что-нибудь типа, как там оно пишется, это по-русски не сработало ни одно правило валидации. Ну, вот так вот, например. Не люблю, когда подчеркивает. Давайте вот так вот напишем. Бог с ним, пусть будет время, чтобы потерять. И поехали дальше. Так, теперь у нас есть... Так, еще у нас тут какая-то непонятная ошибка. Да, лучше, чтобы она... No argument или в person сразу. Ну да, соответственно, мы это передали. То есть у нас получается, так, это сохранить. Validation, тра-ла-ла, тра-ла-ла, у нас должен вернуть. Итак, у нас каждое правило может вернуть либо empty, ну то есть не сработало, либо сработало, да. И если у нас empty, так, или validation result, F12, да, вот так вот я сейчас нажму. Нет, что-то не работает. Итак, получается, что у нас здесь есть какое-то свойство валидации, то есть сработало или не сработало. Сюда, естественно, требуется набор каких-то параметров. Во-первых, вот. Единственное, что нужно добавить new, потому что что-то я как-то промахнулся. И, соответственно, сюда тоже нужно передать this и person. Тут нет, а почему? Конструктора у нас нету. Но, собственно говоря, конструктор нам и не нужен здесь. Вот почему, потому что мы сюда ничего не передаем. Это я поспешил. Собственно говоря, мы знаем, что если у нас правило сработало, давайте для правила сделаем хитрую штуку. У нас есть validation result, и все-таки сделаем... Ой, что-то лишнее.
написал Bull is fart. Ну, что правило сработало. Ну, fart, наверное, ближе к уволен, да? Has triggered. Вот так вот сделаем. То есть это говорит о том, что правило сработало. Соответственно, так, пока рано компилировать, закроем этот закроем этот файл. Вот, нам теперь нужна имплементация, то есть реализация. First, соответственно, будет возвращать true, потому что понятно, что он уже сработало, это правило. И, соответственно, вот у меня еще тут ошибочка есть, так, это не та. Вот, нет, не та. Вот. И вот в этом правиле мне тоже нужно реализовать вот этот вот интерфейс, в котором я скажу, что оно не сработало, потому что, ну, нету пустое. Так, отлично. Теперь дальше мы можем что сделать? Мы можем в валидаторе, где наш валидатор? Вот валидатор. Где-то у нас тут ошибка была. Вот, наш валидатор должен вернуть правило. То есть, если оно сработало, то валидатор вернет сам себя, и мы сделаем вот так. Если, ну, проверочку сделаем, если оно сработало, тогда return, ну, собственно говоря, вот это validation rule. А если у нас прошли все, если прошли все правила и ни одно из них не сработало, тогда мы сделаем return new, return new empty validation result. Ну, то есть правило не сработало. Теоретически нам здесь, теперь приходим в контроллер, и здесь нужно еще пару-тройку реализаций написать. Маппер у нас есть, но он нам теперь, пусть будет пока, ладно. Нам нужен iValidation. iRuleless Validator. Во. Нам нужен валидатор. Сейчас у нас пока он есть. Да? iRuleless Validator. Да, вот он. А вот от него. Вот его реализация. Дальше, что нам еще нужно? Где контроллер? Давайте я его только прицеплю. Сделаем Tools, Options, Projects, нет, вот Tabs и Show Penitent Separate. Ага. Вот, наверху пусть болтается. И таким образом получается, что теперь у нас Validator, у него есть Validate, ну и, собственно говоря, вот здесь и Person и потребуется. Person. Хочу сразу отметить, что, во-первых, можно сделать валидатор привязанным не к person, а к person create view model и проверять непосредственно person create view model. Но я сознательно сделал его привязку к person, потому что валидации сущности и view model они отличаются. View model можно сделать очень просто. Например, я могу здесь сделать iValidation validatable object и здесь вот в этом методе сделать разные проверки. Вот, ну, то есть это будет простая валидация. В принципе, это валидация, то есть момент ввода, о котором мы говорили, когда сущность уже не попадает. Я от этой валидации откажусь, потому что на самом деле я хочу сделать именно валидацию бизнес-логики, чтобы было понятно, что может быть любой V-модел проверен, не только средствами вот этого iValidatable Object. Итак, у нас возвращаемся сюда, то есть поэтому для того, чтобы получить person, я делаю его map, собственно говоря, сущность из модула. Вот, и соответственно вот этот вот person проверяю. Опять же говорю, все это я делаю сознательно, чтобы можно было, потому что хочу показать, что именно сущность проверяется, хоть и не важно, какая ViewModel или еще какие-то штуки, здесь мы можем проделать любые проверки. Итак, здесь у нас тогда Operation, мы говорим Result равен. Ага, у нас должен быть новый ViewModel. Ну, теоретически, Result мы переполучим из маппера. Вот, ну и после того, как у нас валидатор отработал, у нас получается
замапился он на ViewModel, ViewModel отдался в Operation Result. Вот примерно вот такая вот картинка. Теперь, для того, чтобы начать вообще как-то работу, да, нам нужно, чтобы у нас вот в этот вот валидатор, который на самом деле вот он, вот rule validator, вот iRule validator, то есть нам для того, чтобы чего-то вообще начать делать, нам нужно зарегистрировать его в dependency injection. Я сделал, вот у меня есть common, ну и я сделаю таким образом, даже вот так вот напишу rule validation registration. Дальше, мне нужен кто? Мне нужен services, я хочу add transient, соответственно, что мне нужно зарегистрировать? Мне нужно iRules validator зарегистрировать как rules validator. Упс. Ну, в общем, да, так тоже пойдет. Вот. Нет, что-то мне... у меня название класса совпадает с названием namespace. Итак, у нас есть iRuleValidator, к нам он приходит через inject, мы вот здесь вот бряку поставим и попробуем посмотреть, что у нас сейчас придет. Я поставлю кастрел, чтобы было видно, что там происходит в черном ящике. Вот у нас что-то запускается, сейчас работает бряка, я так думаю. Да, открылся тот самый Swagger, у нас есть пример. Ну и, в общем-то говоря, вот я нажимаю post. Вот у меня пришел валидатор, смотрим правила, у нас нет правил ни одного. Соответственно, ничего мы свалидировать не сможем, и результат, конечно же, тот, который мы должны были получить. Итак, давайте теперь создадим правила валидации. То есть валидатор у нас есть, правило приходит. Кстати, давайте даже проверим, что у нас что-то валидирует. Теоретически мы должны получить empty, что-то там empty, короче, да? Я не помню, как его назвал, я сейчас не буду перекаляться, вот так вот. Валидатор F10 отработал, смотрим, да, empty validation result, ни одного правила нету, ну, в общем-то, что мы и хотели увидеть. Так, нажимаем стоп. Так, теперь давайте сделаем следующий шаг. Нам для этого нужно что? Правильно, нам нужны сюда rules. Давайте придумаем, как будем их именовать. Допустим, у нас есть сущность person, вернее, не допустим, она у нас есть. Нам нужно проверить 1, 2, 3, 4 свойства, ну, от этого и будем плясать. Я нажимаю person first name. Ну, давайте так. Required rule. Ну, вот такое вот дурацкое название. Мои названия... как хочу, так и называем. Вот, собственно говоря, что? Нам нужно, чтобы этот вот, это свойство было унаследовано от validation base. Тогда это свойство, вот, тогда этот класс может использоваться как свойство. Ой, как правило для валидации. Требуется, давайте так вот напишем, требуется, что там, имя пользователя. Давайте проверим, что это работает. Ах, стоп, самое главное это что? У нас есть правила, но у нас эти правила не зарегистрированы в dependency injection, да? У нас здесь есть где-то common registration, и вот здесь вот мы, здесь мы регистрируем сам валидатор. Ну, а здесь где-то, ну, пусть будет здесь add transient, и мы сделаем... Что мы сделаем? Очень просто посмотреть, что мы делаем. У нас есть rule validator, мы должны зарегистрировать iValidation rule. Мы говорим, что у нас iValidation rule, и в данном случае person first name required rule. Ну, вот как вы видите, мы зарегистрировали имя пользователя. И теперь, если я нажму запустить эту всю штуку, чуть не сказал трихомудию, нажмем еще execute, у нас есть валидатор, как вы видите, в валидаторе теперь есть одно свойство, в смысле одно правило, ну и, собственно говоря, сейчас у нас пользователь не равен empty, поэтому он сработает.
Давайте сделаем так, чтобы у нас validation result возвращался. Я сделаю, у меня в operation result есть такая штука хорошая, и я туда буду validation result возвращать. Сейчас покажу, как это работает. То есть уже понятно, да, что у нас регистрируется одно свойство. Да, вот видите, no rules triggered, тот самый data object, и в нем написано, не сработало ни одно правило. Так, чтобы нам было более понятно. Ну и, собственно говоря, чтобы это проверить, достаточно просто вот здесь вот убрать first name, написать, что он не работает. Ну и, как вы видите, у нас правило сработало. В общем-то, можно повторить это все сделать дальше. Ну, давайте сделаем дальше. Давайте запустим. И где наш контроллер? А, нужно зарегистрировать в контейнере, правильно? Правильно. Для этого нужно сделать 1, 2, 3. Здесь, соответственно, написать second name. Здесь написать, соответственно, last name. Ну и здесь, как вы понимаете, age. Обратите внимание, что я все вот эти рулы регистрирую под одним интерфейсом. Это дает нам следующее. Когда я здесь бряку поставлю и запущу, сразу станет понятно, что нам приходит не одно rule, ну, то есть не одно правило, а сразу все. Поэтому там и стоит валидатор. Сейчас я переключусь на валидатор. Rule валидатор. Base. Вот валидатор. Так, и от него нам нужен кто? Правильно, вот кто. Вот сюда я хотел бряку поставить. И теперь, соответственно, если я нажму выполнить, вот вы видите, пришли все 4 правила, и соответственно вот здесь они будут отсортированы. Давайте я сейчас сюда галку поставлю, ой, бряку поставлю. Это пришел в конструктор мой валидатор. Ну и, собственно говоря, сейчас я вызываю свойство validate, нажимаю F10. Вот пришли все, вот пришла сущность, которую нужно проверить. Вот они все правила, которые необходимо проверить. Вот они все отсортированы по нужному мне порядку. И вот прошла валидация каждого правила. Вот мы прошли проверку этого. Не null, критерия, return. Ага, и вот как раз работало первое правило, что где first name пустой. И, соответственно, у меня остановка происходит всего процесса. И вот я вижу сообщение, что требуется имя пользователя. В общем-то, все работает так, как, собственно говоря, и планировалось. Теперь, ключевым моментом нужно отметить, что вот эта вот реализация, вот эта вот вся реализация, которая сейчас мной была описана, она сделана непосредственно только непосредственно для пользователя, то есть для сущности person. А здесь у меня что-то не там. Здесь вот у меня iValidation rule говорит, что это person. Здесь у меня rule validator говорит, что это person validator. Здесь rule validator пропихивается только от person. И, в общем-то, с точки зрения банальной эрудиции, это, конечно, не совсем корректно. Поэтому я вам предлагаю воспользоваться... Ну, забегая вперед, скажу сразу. Я уже сделал реализацию для дженериков, ну, то есть для без привязки к person сущности. И, собственно говоря, давайте я вам тогда покажу, какую использовать. Вам будет понятно, как это работает на основании того, что вы сейчас увидели. И да, давайте я пока сейчас вот это вот все закрою. Удалю вот эти вот ненужные валидаторы. Понятно, что они работают. Вот. Так, что у нас еще есть? Это правила, пусть они остаются. Теперь я для того, чтобы это все заработало, я должен установить nugget пакет. Nugget пакет называется Calabonga. Так, rules validator. Вот тот самый rules validator.
Собственно говоря, их тут два. Смотрите, вот в Rules Validator это как раз то, что мы сейчас с вами сделали, а вот это вот немножечко так называемая пристройка. То есть я добавил несколько вариантов реализации. Во-первых, можете искать по правилу первое. Попадает первое по правилу, когда проверены все правила, они просто списком вводятся. Но я вот так вот, короче, сделаю установить. Оба, сейчас все покажу. Смотрите-ка уже сколько загрузок-то, ничего себе. Да. Хочу. Вот. Так, тут какие-то нам ворнинги, я их пока отключу. Нам их пока не важно. И, в общем-то, что теперь у нас тут нужно дальше сделать-то? Для начала я должен создать какой-то person validator. Ну, теперь это уже будет специализированный валидатор. IPerson. Ой, нет. IRules валидатор. Вот, это уже для сущности Person. Как вы понимаете, я теперь могу использовать дженерики. Он, по-моему, у меня вот такой нет. Да. Я, смотрите, сделал имплементацию уже на дженерик классы. Вот. Как это теперь делается? То есть те же самые правила приходят, но они уже приходят с привязкой на сущность person. Ну и еще, посмотрите, есть iValidation Configuration. Для того, чтобы... давайте сначала проверим, чтобы это запускалось. Вот у нас есть iValidation Rule, теперь, как вы понимаете. Так, давайте по порядку. Так, я rule validator, я назвал person validator, да? Он у меня наследник от rule validator, он имеет generic, который закрывает person. Теперь мне этот, собственно говоря, person нужно сюда написать, что это person. Дальше у меня, так, вот эту вот штуку нужно убрать. Rule validator у меня, нет, стоп, мне нужно написать здесь person validator, вот. Без всяких дженериков. Вот, я зарегистрировал person, теперь мне нужно зарегистрировать rule. Они раньше как были, так и называются, только теперь у них есть привязка к конкретной сущности. iRuleValidation. Да, я, наверное, их неправильно назвал. Ну, суть реально не педалит. Вот, мы их назовем, как они были. Правильно. Вот. И, соответственно, теперь нужно в сами вот эти правила прийти. F12 что-то не работает. Ну, ладно. А, ну да, теперь у меня здесь нужно, чтобы это все было. Так, секундочку. А, validation rule. Вот, validation rule person. Да, person. Да. Ну и, собственно говоря, это мне придется проделать для всех validation'ов. Вот для этого, что-то, ага, так, это тоже нужно, и последнее, Ctrl-V, тоже хочу. Собственно говоря, как вы понимаете, теоретически ничего не поменялось, единственное, что у меня теперь в каждом свойстве, сейчас я их всех закрою, у меня здесь вот так вот есть, и надо их перепроверить, что-то здесь не так, ага. Видимо, нужно посмотреть, что там нужно в критерии. Где-то критерии, bool protected. Ага, здесь нужно сделать protected. Все. Когда вы будете override'ить, ну, она автоматически создаст protected, поэтому вам ничего не придется переделывать. Я же сейчас поправлю просто быстренько, и, собственно говоря, будет все понятно. Ой, у нас уже целый час прошел. Как вы понимаете, теоретически ничего не должно было измениться. Мы сейчас это запустим и проверим. Нет, не работает, и это хорошо, потому что... Да, совершенно верно. Нам нужно теперь в самом контроллере сказать, что мы хотим person... собственно говоря, person validator. И здесь, соответственно, мы же... Так, а как я его зарегистрировал-то? Что-то я разогнался. Это я же его зарегистрировал. А, person validator, да, все правильно. И здесь, соответственно, person. Вот, запускаем. Быстро запустился. Даже вот сейчас открою ту же самую вкладку, где у нас запустить.
Нет, что-то не сработало. Enable to... Ага, configuration нет. Вот, кстати, дошло время до конфигурации. Что это значит? Это значит только одно. Мне нужно создать правила, то есть конфигурацию для... То есть я могу валидировать по разным правилам. Person, validation, configuration. Я вот такой вот создам класс. Естественно, так, она мне подсказала, как он называется. Он называется iValidation Configuration. Я вот сюда вот так вот сделаю iValidation Configuration. Она спрашивает, какая сущность. Ну, она это, в смысле, Visual Studio. Спрашивает, какая сущность. И, в общем-то, как вы видите, здесь всего лишь вот одно. Валидатор моды. Мод. Ну, я могу сказать, что у меня валидатор мод будет... вот, то есть можно сказать, чтобы проверены были все. Давайте проверим вот так вот все. Вот, и теперь мне вот этот вот валидатор нужно зарегистрировать в контейнере. Ну, опять же, вот рядышком вот с этим я сделаю вот так вот раз. И вот здесь Ctrl-V, здесь Person, Validation, Validator, Configuration. Теперь, собственно говоря, могу стартануть. Да, я стартануть могу. Стартанет ли она? Да, стартанула. И теперь могу нажать... ну, и, собственно говоря, как вы понимаете, все то же самое, но только у нас есть отдельные дженерики. Да? То есть вот у нас есть валидатор. У валидатора есть правила все те же самые. Помимо этого есть еще конфигурация, которая говорит, что сработает, когда первый. Я запускаю. И смотрю, у меня вот имя пользователя, которое не срабатывало, ну и там дополнительные штуки, которые лежат уже внутри самого этого валидатора, внутри правила, вернее. Ну а теперь, собственно говоря, я могу сделать вот такой вариант и здесь поставить... А, давайте проверим, что у нас все правила, они работают, да? Сейчас еще раз, секунду. Вот я запустил, вот я поменял... У меня сейчас только одно правило не работает, а я сейчас сделаю, вот чтобы все не работали. Да? Я запускаю. У меня только первое сработало. А теперь я меняю Person Validator, я меняю, чтобы сработали, чтобы она показала все правила, которые невалидны для данной сущности. Так, надо было не в дебаге, ну ладно. Просто в дебаге будет немножечко дольше. Отлично, запустилось. Нажимаем теперь снова Execute. Так, у нас сработала бряка, давайте я ее отпущу, хотя зря надо было показать. Ну, в общем-то, вы теперь видите, что показываются все правила, которые не сработали. То есть, то, что нет у пользователя, то, что требуется отчество, требуется фамилия и, собственно говоря, должен быть. То есть, сработали все правила, то есть, не после первого правила, которое выстрелило, проверка не остановилась, пошли проверяться все остальные. В общем-то... На этом, наверное, мне нужно уже заканчивать, потому что, наверное, понятно уже, как все работает. Но в любом случае, с вашей стороны, вы можете использовать предыдущий метод валидации или этот. Я просто рассказать хочу про преимущества вот этого подхода. Ну, во-первых, мне не нужно в каждом месте писать if person first name. Да? Во-вторых, я могу зарегистрировать вот сюда, в зависимости от, например, if... Нет, как это будет по-русски-то? Вот. If debug, как вы понимаете, я могу вот эти правила принимать, или, то есть запускать или не запускать. А если, допустим, у меня production, у меня появится только два правила для проверки этого пользователя. Понятно, да, о чем я говорю? Опять же, вот здесь может быть разная подключена конфигурация. То есть или все проверять правила, или только одно, в зависимости от того, какие мне там нужны условия. Возможно, вот это вот будет меняться на основании какой-нибудь бизнес-логики. Дальше, смотрите. Это первый плюс. Второе. Правила у меня очень хитрые, да? То есть, во-первых, у меня правило инжектится, а значит, у меня вот здесь вот проверка может быть очень сложной. Бывают такие проверки, которые потребуют еще какие-то штуки. И это делается очень просто. Я просто создаю какой-нибудь конструктор, ну, вернее, конструктор для этого класса, и здесь делаю i какой-нибудь там options person, в конце концов, я не знаю. Там. Я говорю про то, что неважно, что сюда инжектится, я хочу сказать,
что для работы вот этого правила сюда может быть инжекшена все что угодно. Какой-нибудь там, начиная от какой-нибудь person, менеджер, там какой-нибудь манагер, да, в котором в менеджере там разные кучи проверок делаются, или там unit of work какой-то валидатор. И вот эта вот проверка, она будет очень, может она очень быть очень комплексной, очень сложной. Вот, то есть вот эти вот правила отдельной валидации, то есть они реализуют большой-большой функционал по части масштабирования. То есть они дают возможность масштабировать вот эту вот проверку. Ну и, в общем-то, когда у вас в одном, где этот, вот он, ну, взял его и закрыл. Когда у вас есть возможность проверять, когда у вас есть возможность, когда у вас нет необходимости вот так вот писать одно и то же, там, if, first name, last name, вот это вот все, то вот эти вот дублирование вот этого кода, оно в данном случае предотвращено, просто это сделать невозможно. Ну и возможность сериализации вот этого объекта, она может быть разной. Давайте я вот сейчас покажу. Я не знаю, известна ли вам такая фишка или нет, наверняка вы про нее знаете, но на самом деле очень удобно. Сейчас покажу. Вот, я делаю проверку, вот смотрю, у меня правила все, вот они прилетели, вот смотрю сюда и... так, стоп, вот. Вот здесь вот я вижу, сколько у меня всего правил стрельнуло, и вот сейчас на данный момент я, например, вот не вижу, да, что это за правило, но существует... существует такая штучка, которая называется, сейчас один момент я ее найду, вот они правила. Ну вот, допустим, у меня есть age validator, что-то не туда нажал. Есть такой debugging. Нет, debugger display. Есть такая штука, называется там. Display name. Вот. Ну и да, наверное, вот так вот. Я могу, собственно говоря, вот таким вот образом сделать так, что у меня все вот эти вот проверки были прям наглядные. Собственно говоря, это позволит гораздо эффективнее смотреть на код. Немножко проще будет управляться со всеми вот этими вот правилами. В общем, данный подход дает гораздо большие возможности. Конечно, реализовать он много сложнее, но я думаю, что мы же не боимся сложности. Смотрите, сейчас еще раз покажу, что получилось. А у меня есть все правила. Вот мы валидатор. А, давайте вот так вот. Валидатор. Она мне показывает, какие правила сработают. Ага, здесь я ничего не вижу. Ну, ладно, печалька. А, вот. Теперь я вижу, что какие правила обозначают. Ну, в общем... Смотрите, коллеги, на самом деле я не настаиваю там ни в коем случае. Я просто предлагаю вариант реализации. Я очень бы хотел услышать ваше мнение по этому поводу. Стоит ли игра свеч, имеет ли смысл это делать? Я на своем опыте убедился, что простых проектов не бывает, бывают недоделанные. В общем-то, на этом, наверное, пока все. Пишите, пожалуйста, комментарии, очень интересно знать ваше мнение. Ну и на этом, наверное, все. Всего доброго. Хорошего вам кода и легкого дебага.